Здравствуйте, вы смотрите программу «Вопросы здесь задаю я». И сегодня я, Анна Шестерякова, буду спрашивать вопросы у губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Привет. Начнем с самого легкого. У вас есть дети? Да, конечно. А чем они увлекаются? Ну, вот младший увлекается робототехникой. Собирает разные роботы, участвует активно в соревнованиях по этому поводу. И прям вот начиналось все с Лего. Старшая учится, увлекается международной экономикой и международными отношениями. Здорово. А у вас есть увлечения какие-нибудь? Ну, вот в силу того, мое увлечение сейчас – это то, чем я занимаюсь. Это, по сути, 24/7 все, что касается развития Мурманской области. И когда остается чуть-чуть времени, вот это возможность отдохнуть с семьей, побыть с семьей, значит, отвлечься от всех там дел, вопросов, ну и немного спорта. А какие у вас яркие воспоминания из школы остались? Ну, наверное, одно из самых таких ярких, когда я уже был 9-10 класс, это проект, который я с моими одноклассниками, не только с одноклассниками делал. Я был тоже молодым журналистом. Выпускал газету «Тинейджер». Вот прям такую газету, вот 16 полос, она такая была, А4. Распространяли ее по всему городу, по другим школам. И эта газета, кстати, заняла такое призовое первое место в конкурсе СНГ, конкурс молодых политиков и молодых журналистов. Вот это яркое воспоминание. Здорово. А какие у вас были оценки в школе? Ну, разные, но троек не было. Четверки, пятерки. Мне так же. А у вас... Да. А у вас есть отпуск? Бывает. А где вы его проводите? Ну, как правило, в Сочи. Но он очень короткий. Вот на севере вообще отпуска длинные, да, у очень многих людей. И это считается это правильно, потому что нужно восстанавливать свое здоровье с учетом там полярной ночи, значит, непростого, длинной зимы. Но у губернатора этот отпуск, как правило, от 5 до 10 дней. Я тоже в Сочи отдыхаю. А какое ваше любимое место в Мурманской области? Это очень опасный вопрос, потому что какое-либо я место бы не назвал, то все остальные люди обидятся. Поэтому я уже отвечал на этот вопрос как-то. Каждый наш уголок Мурманской области прекрасен по-своему. И города, и поселки, и, конечно, природные территории, они очень разные, но они все очень такие яркие и запоминающиеся. Ну, конечно, мое любимое место, ну, это справедливо и честно, это мой дом, где я живу. Вот там я вместе с семьей коплю энергию, когда очень немного сплю, и стараюсь, вот, чтобы в воскресенье мы могли пообщаться с семьей, как раз вот зарядиться энергией на новые задачи. А что вы хотите построить для общества Мурманске? Очень много всего. И у нас есть четкие планы и по новому жилью, и по новым спортивным объектам. Я очень хочу, чтобы все больше и больше молодежи оставалось в Мурманской области, к нам приезжало. Вот сейчас так начало происходить, что очень многие остаются, они уезжают. Многие к нам приезжают больше, чем раньше. И, конечно, я хочу, чтобы город Мурманск и другие города Мурманской области были такими очень классными, достойными, чтобы и тебе, и твоим сверстникам, и тем, кто постарше, и тем, кто помладше, хотелось связать свою жизнь именно с Мурманской областью. А какой ваш любимый спорт? Ну, я профессионально сейчас не занимаюсь никаким видом спорта, кроме фитнеса, для того, чтобы поддерживать себя в форме. Здорово. Это был последний вопрос. Спасибо вам за ответы на мои вопросы. Спасибо тебе. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. До свидания.